И всем привет, с вами я, Эвелина, и сегодня я играю в Roblox в Doors, двери. Это очень популярный хоррор. Я накопила уже 902 монетки, и давайте начнем. Всего я доходила до 50-й двери. Там начинается просто какой-то кошмар. Итак, здесь можно всякие штуки покупать, но мне денежки жалко. Мы в лифте, и мы приехали вот в такой отельчик. Здесь никого нет, и поэтому мы отправляемся изучать этот отель. Итак, здесь надо обыскивать ящички, потому что там может быть и монетки, и много всего полезного. Берем ключики и открываем эту дверь. Так, здесь шкафчики, кстати. Если моргает свет, надо прятаться в шкафчике. Вообще, 50-ю дверь я ни разу не прошла, но я дам вам советы, как ее проходить. Так, пошлите дальше. Здесь открываем. Ничего у нас здесь нету. Так. Проверяем все ящички. Блин, монеток нет. А, вот ключики. Хорошо. Так, отправляемся дальше. И открываем эту дверь. Вообще, здесь есть такие монстры. Вообще ужас. Даже паучок может встретиться в шкафчиках. Но все равно я копошусь в шкафчиках, потому что, ну, там пластыри лежат. Таблеточки, отмычки, монетки, естественно. И как их не открывать? Ладно. Скоро у нас будет монстр, потому что обычно на 9-й двери он как раз-таки попадается. Давайте посмотрим. Нет, еще свет не моргает. Ладно. Один раз... нет, несколько раз я играла. О, зажигалочка, это очень хорошо. Правда, не с полным зарядом, но ну, ничего. Один раз... О, нет, ребят, это здесь как раз-таки не нужна зажигалочка, но я попробую давайте без нее пройти. Ай, ребят, срочно прячемся. Тут какой-то непонятный монстр пролетает. Так, ладно, давайте. Я возьму... что-нибудь... Ничего не видно. О, монеты. Так, все отлично. Я забрала. Вот тут. Нет, тут только карандаши. Карандаши нам не нужны. Так, продолжаем двигаться. Ну, давай. Здесь встречается в этих ящичках паучок, который Тимми его зовут, он отнимает хп, это не очень приятно. Так, мне показалось, надеюсь. О, ключи прямо на полу лежат, прямо в первой двери встретились, отлично. Так, обязательно все пооткрываем. Короче, я буду давать советы, как пройти хотя бы до 50-й двери, но мы с вами сегодня попытаемся пройти эту 50-ю дверь. Она очень сложная. Я вообще... Ну, я знаю там, что надо делать. В общем, потом все вам покажу, если мы вообще дойдем до этой двери. Вообще, мне мало дают за монетки, которые я собираю в этой игре. Монеты, за которые можно купить разные штучки. Вот эти монеты, которые я сейчас собираю, обмениваются на монеты, за которые можно купить всякие плюшечки. Перед началом игры. Так. Угу. Все, я, кажется, все пооткрывала. Пора двигаться в путь. 14-я дверь. Отлично. Кстати, монстр проявляется только в определенных дверях, где есть шкаф.
Ну, потому что если там нет шкафа, это же будет нечестно, да? Поэтому тут лампа, ты мне мешаешь. Прям под столом ключи лежат. Монеток нету, к сожалению. Так, ладно. Ну, монетки, где вы? Очень мало монет. Хочу сказать я вам. Потом такой ужас просто начнется, я вообще. А там кто-то доходил до сотовой двери, я вообще не знаю, как они это сделали. Там вообще трэш будет. Ой-ой-ой-ой. Так. Ура, это этот монстр. Просто иногда здесь бывает монстр, который светится зеленым освещением, и я не знаю, как от него спрятаться. Он постоянно так будет делать. Мне кажется, надо убежать просто в другую комнату и все. Ой, мама, я испугалась. Ладно. Ну, давай, открывайся. Ну, я так понимаю, за 200 монеток мне должны дать... В смысле? О, две отмычки! Просто я знаю то, что вот здесь должна быть либо отмычка вроде бы, либо аптечка и ускорялка. О, а здесь надо картины местами поменять. Вот так вот. Пыньк. Пыньк. И тогда откроется вот этот камин, секретный проходик. Все отлично, и мы проходим 25-ю дверь. Кстати, скоро будет монстр, от которого мы будем убегать. Потом вы посмотрите. Кстати, здесь еще глаза есть. Они появляются. На них нельзя смотреть. Такие синим освещением. Если они просто черные на стенах, на них можно смотреть. А если они синенькие, то на них нельзя смотреть. Ну, я вроде бы вижу, куда идти так. О, нет, 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 ребят, ребят, только не это. А я ничего не вижу. Ура! Освещение, свет. Так, ребят, сейчас будет очень страшно. Ай-яй-яй, быстрее прячься. Есть, я успел. Он ломает все освещение вокруг. Ну, по крайней мере, после этого все видно. Так мне показалось, или я слышала? Пс. Кстати, если вы слышите пс, вы быстро оглядывайтесь вокруг. И если увидели черное чучело, на него смотрите, чтобы оно вас не укусило. Я его уже повсюду слышу. Он меня так достал уже. Он обычно после темных помещений или темных помещений появляется. А, это глаза. Все поняла. Сейчас по всем стенам будут глаза. Если тут появляются глаза и все моргает, то прятаться не надо, потому что, да, вот, видите глаз. На такой глаз можно смотреть, а который синим светится, нельзя. Так, отлично, я забрала монетку. Нет, я не забрала. Ужас, ужас, какие огромные, смотрите просто. Так, монетки что-то перестали появляться. Все отлично. О, мама, сколько их, посмотрите. Так, шкафчик. Опа. Сейчас будет побег. Да, смотрите, мы в длинном коридоре. Главное, чтобы ящички успеть посмотреть. Нет, там ничего не было. Смотрите, смотрите. Вот этот монстр. Причина этих глаз. Итак, смотрите, смотрите. Мы сейчас бежим, бежим. Я застряла. А где?
Короче, надо приседать здесь. Вот тут, где синеньким светится, туда надо идти. Вот сюда, вот сюда, вот эту дверьку. Ай! Быстрей. Под катами. Мама, он меня убил, ребят. Нет. Мне должны дать 33 монетки. Нет, мне дали 61 монетку. Давайте еще раз поиграем. 45-я дверь, ребят. Как он меня достиг, кстати? Неужели это все из-за того бага? Вратского. У меня баганулось все. Ладно, сейчас я постараюсь много монет заработать. Кстати, если вы заработаете 1000 вот этих игровых монет, то вам плюс 100 монет, за которые можно что-то купить. Я уже один раз заработала 1000. Звоним звоночек. И если вы уже телепортировались на карту и открылись двери лифта, и если вы не выходите долго, тебя там выпинывает просто. Я хотела видео начать в лифте, у меня открылись двери, но подумала, ничего страшного. И меня выпинывает просто. Я решила, что надо все-таки как бы проверить еще микрофончик и все такое. Поэтому я решила так. Давай. Так, я до жути боюсь темных помещений. Мне там страшно, там жутко, ничего не видно и вообще фу-фу-фу. И особенно если ты не нашел зажигалочку, это просто кошмар. Так, давайте порыскаем. О, зажигалочка, это хорошо. Только я почти ее не использую в темных помещениях, я не знаю почему. Ну, просто не хочется зажигалочку тратить. Так, пошлите. У меня 963 монеты. Неплохо. Очень даже неплохо. А очень даже хорошо. Я хочу 1000 монеток заработать. Это будет прикольненько. Классненько. Так, и я хочу ровно 1000 монет. Мамочка, нет, показалось, я думала, там глаза появились. Вы видели такой синенький свет? О, ключики. Ну, я все равно схожу в эту комнату, потому что здесь может быть лечилка. Или, да, вот эта штука. Я знаю, что в таких штуках всегда что-нибудь найдется подходящее. Ой, мама, быстрее прячемся. Вы слышали, кто-то постучался в окно? Так, отлично, вылазим. Да. Видно, конечно, плоховато, но лучше, чем в этих черных помещениях. Так, вот здесь мы идем сюда, потому что там все завалено. И здесь обязательно что-нибудь есть. О, отлично. Здесь лечилочка и ускорялочка. Еще монеты. Мы же хотим как-то подзаработать. Вообще, я обожаю в играх копить монеты. Я не знаю почему. Так, подбежали дальше. 14-я дверь. Слушайте, мы как-то мало прошли. Я уверена, что мы сегодня встретим паучка Тимми в одном из шкафчиков. Он будет сидеть. Я один раз его не... Ай-яй-яй, вот эти глаза, вот видели? Они, их, на них нельзя смотреть. Вот они исчезают. Минус ХП. Отлично. Теперь надо пластыри искать. Так, вентиляция. Пробиваем.
Может, мне вот этой штучкой вылечиться? Хотя, ладно. Давай, давай, есть, я успела. Ты пролетел? Да, походу, все. Все отлично, я все. Кстати, если вы задержитесь в шкафчике, то вас сам шкаф выпнет. Нельзя в нем сидеть долго. Ну блин, мне не попадаются пластыри. Мне что, придется вот эту вот это лекарство выпить? Отмычка. Отмычка вообще. Это глаза появляются или монстр? Это глаза появляются. Потому что звука никакого нет. Мама, что это? Что это такое? Нет, нет, нет! Что это? Что это было? Халта? Я должна была просто убежать. Так я не знала. Ребят, я в первый... О, у меня 1004 монетки. Ладно, давайте еще раз попробуем. Я хочу дойти до 50-й двери, чтобы... показать вам, как проходить этого монстра. Сейчас мы просто будем спидранить до нее, потому что, ну, скучно будет долго идти. Вот эти еще можно открыть шкафчики. Вот этот еще шкафчик. Ой, дверьку. Походу, глаза сейчас начнутся. Либо тот монстр. Да, сейчас этот монстр. Так. Глаза, да, появляются, да? Глаза же? Вроде бы. Вы видели? По-моему, там глаз был. Вот, да, глаза появляются. Все, монетка забралась. Ну да, 200-то надо хотя бы монеток. Ой, тут эти глаза появляются. Ужасные. Мама. Просто идем вперед. Где, где пс? Ах ты! А где моя это? А где моя это? Мы? А он не сказал пс. Где была моя отмычка? А куда? Ах ты! Осматриваемся, а то может еще раз появиться. Все. Осматриваем себя вокруг. Так, сейчас он появится, этот монстр. Да, вот он вылезает. Сейчас я попытаюсь от него убежать. Главное по сторонам все время смотреть. Фух, не залагала, не залагала, не залагала. Это хорошо. Ай, мама, чики. Руки. Ай, я поранилась. Все, если мы видим шкафчики, обязательно их открываем. Там могут быть пластыри.
где я вот эту штучку могу выпить? Все, быстро бежим, 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 бежим. Все, быстро, быстро, быстро. О, рядом оказалось, повезло. Далеко не пришлось бежать. Сорок восьмая дверь, мама. Сейчас начнется. О да, вот она. Вот этот монстр. Короче, смотрите. Там, где доски, надо на корточках. Если вы где доски не на корточках ходите, и надо осматривать еще все полки. Вот эту книжку надо взять. Обязательно. И лучше в шкафы не прятаться. А иначе этот монстр, он услышит, как вы спрятались, и все, вам хана просто. Я правду говорю. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну, короче, тут надо искать книжки. И вновь фигура убила тебя. Любой звук может привести ее к ярости. Не подходи слишком близко. Она чувствует твое сердце. И если она завела тебя в угол, прячься. 62 монеты. Неплохо. Ладно, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. И всем пока-пока и до новых встреч!